Кто-то скажет велосипед, они же ответят модернизация. Уже 30 лет фестиваль «Шаг в будущее» собирает школьников и студентов. Ребят, которые конструируют, изобретают или создают апгрейд. Мальчик получает протез каждый год, но несмотря на это, ему порой приходят протезы не первого качества на бюджетной основе. И данный протез мог послужить ему отличной заменой, то есть на время его прихода настоящего нормального протеза. Свои помидоры и петрушка. Студентка из аграрного университета Алина Мишенина собрала домашнюю теплицу. К сожалению, девушка заболела, поэтому работу презентуют друзья. Сколько я должна тебе за это заплатить? Ну, себестоимость на данный момент около 12 тысяч. В чем уникальность? Можно поставить дома и оставить на неделю, она будет сама поливать, сама освещать, сама проветривать, сама греть. Работа экспертов, но и сегодняшнего нашего мероприятия в том числе, не заканчивается на том, что вот они просто выбрали лучших. Те, кто будут как раз отобраны для делегации, с теми ребятами будет продолжена работа. То есть проекты будут совершенствоваться, дорабатываться, ну, до такой степени, чтобы они как раз вот были конкурентоспособными уже на федеральном уровне. Допускать многотонные машины – это невыгодно по чисто экономическим соображениям. Так и пошла тенденция миниатюризации спутников. Сюда мы сейчас, грубо говоря, напихали датчиков, чтобы просто определить, работает это вообще или нет. Из космоса, например, такие спутники помогают вести экологический мониторинг. Средняя цена – 200 тысяч рублей. Изобретение Кирилла – конструкция стоимостью 1 тысяча рублей. Ее парень смоделировал и распечатал на 3D-принтере. В очередь, логистика еще большая, а вы там будете домашних условиях. Презентация изобретений – лишь часть фестиваля. Всего 200 участников и 6 направлений. Среди тем исследований – причина суицидов в армии и влияние пандемии на жизнь школьников. Сегодня эти умы интересуют самые разные темы. В это воскресенье мы узнаем именно тех, кто представит Сибирский и Дальневосточный округ на всероссийском этапе в Москве. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.